У ульяновского хоккея с мячом богатая и длинная история. Игроки хоккейной команды «Волга» неоднократно играли в составе сборной Советского Союза и России. Поэтому открытие памятника русскому хоккею – знаковое событие. И не только для Ульяновска, для всей России. Мы этот монумент делаем русского хоккея всей России, чтобы все знали, и что такое русский хоккей. Русский хоккей был первоначальник всех видов спорта. От него начинались все другие виды, так же, как в Ульяновске особенно. За основу скульптуры взята фотография из личного архива Анатолия Рушкина, чемпиона мира 1969 года. Спортсмен практически сел на шпагат и далеко вытянул клюшку. На оригинальной фотографии видно, что игрок ведет борьбу за мяч, стараясь помочь своей команде. Установка памятника – частная инициатива. Меценатом создания памятного монумента выступил наш земляк Эдуард Поликарпов, автор скульптуры Изана Галитиани. Торжественное открытие памятника посетил и глава региона. Открывая сегодня памятник русскому хоккею, мы увековечиваем достижения регионального спорта. Отдаем дань уважения нашим прославленным хоккеистам и командам. Эта скульптура не только будет хранить память, но и станет для ульяновцев счастливым талисманом. Вместе с памятником русскому хоккею в Ульяновской области появилась и добрая традиция – поглаживание хоккейного мяча, чтобы принести победу родной команде. На сегодняшний день более 1500 человек от мала до велика занимаются и играют в хоккей с мячом. Это подрастающее поколение – любители, ветераны и профессионалы. Юлия Руднева, Герман Баранов, Управда ТВ.